Всех приветствую, драгоценные братья и сестры. Я хотел бы сделать это обращение. Тоже вот архиепископ Сергей, он посетил наш город, и это великое благословение. И я хотел бы тоже засвидетельствовать о славе Божией и о том, что я увидел в духе, когда Сергей у нас проводил семинар, он служил на воскресном богослужении, и это было первое знакомство. И в понедельник, когда Сергей вчера в церкви проводил семинар, я почувствовал, что в духе, что есть апостольское помазание и апостольское присутствие от Господа. И я это увидел, о чем засвидетельствовал Сергею. И он подтвердил, что было помазание действительно на апостольское служение. И в чем оно заключается? В том, что очень мощно идет Божье помазание через моего брата, через архиепископа Сергея на разрушение твердыни религиозности духа антисемитизма. И это действительно было важно, и мы как церковь, мы приняли это помазание, и даже были несколько таких физических ощущений, давления и у некоторых головных болей, и многие, кто посетил этот семинар, потому что наш край, Белгородский, он именно отличается тем моментом, что что есть такое как бы давление религиозное, и это видно, что очень много таких достопримечательностей, с одной стороны, как Сергей вчера сказал, это как благословение, но с другой стороны, это где-то идет как подмена неких понятий и чувствуется вот это давление религиозного духа, и вчера прям было мощное вот это движение и помазание Святого Духа именно в этом направлении. И также хотел добавить, что я лично был с поездкой вот в Израиле в 2013 году, и пророк один, там, ну, пастор церкви, он движется в пророческом служении, он высвобождал, что в нашем крае, он, хотя не знает, что такое Белгородчина, понятное дело, да, человек никогда здесь не был, он высвободил, что, говорит, у вас там очень сильный дух антисемитизма. И он говорит, тебе предстоит встать, и это было 6 лет назад, и я, конечно, не мог даже представить, и я теперь вижу реализацию этого пророчества, и это было действительно чудесно, что Сергей нас посетил, это было вообще случайно, с подтверждением, мы молились, и было подтверждение физическое о том, что Сергей, нужно было приехать, поэтому я свидетельствую об этой славе, об этих вот проявлениях, и мы же еще сегодня будем служить, архиепископ Сергей будет служить в городе Строитель, это вот ближайший город с городом Белгородом в области находится, и мы очень благословлены, конечно, этим помазанием, это то, что нужно было, и только Бог, конечно, может так сверхъестественно действовать. Слава Ему во веки веков. Аминь. Иисусу Христу, Господу нашему. Аминь. Аминь.